Это сумасшедшая ушла. Да нет, она сзади. Бражник или слово? Правда, символично. Опять этот проклятый мальчишка со своей глупой сестрой. Ненавижу. Из-за них я стал девчонкой. Я чувствую твою боль и отчаяние. Я чувствую то, что ты... Чувствую. Откуда этот голос? Твои враги еще не знают, насколько ты переполнена злостью к ним. Так пусть же злость поглотит тебя. И ты станешь... Ау! Что за нафиг? Ну, сейчас мы найдем хозяина. Так, где этот ботаник со своими бабочками? Пришла тетя. Сейчас его будет очень сильно бить. А ну-ка, вгоди! Где ты? Чуть-чуть ушло. Да нет, она сзади. Ну, сейчас я твое личико и разукрашу. Хотел поколдовать со мной? Сейчас я поколдую с твоим лицом. Ладно, лицо. Как тебя зовут? Мальчик. Что? Я Бражник, я великий и могучий. Я гроза Парижа. Ой, какой ты крутой. Ну, прям гроза Парижа. Я обалдею. Что, простите? Ой, а нас не представили? Я Белла Шифер. Понятно. Очень красивое имя. Да. Ой, а у тебя тоже. Ой. Это точно любовь с первого взгляда. Что? Я вас попросил уйти из моего логова. Че это? Извините, пожалуйста, что так сделал. Я просто не знал, что вы одна из нас злодей. А я уже не одна. Есть только мы. Вам надо идти. Я теперь никогда тебя не покину. Смешно. Бражник, я пришла. Ой, знаешь, что я узнала про Леди Баг и Суперкота? Ты не поверишь. Ой, блин, я попала. Это еще что за курица? Это Майора, павлин. Если она увидит нас, то она будет в гневе. Что же делать, что же делать? Ой, знаю. Ты. Надо прятаться. Сюда. Лиль, ты что? Я вообще я не полезу сюда. Одна точно не полезу. Только с тобой. Да блин. Да, ты что? Бражник? Привет! Так вот, что я узнала. А ты чё у двери так стоишь? А, да так! Я так раз тебя ждал. А я хотел пойти в центр площади и захватить пару заложников. Пойдем со мной! Ну, пойдем. Ты куда это повела моего парня, а?
сейчас промямлила? О май гад! Она еще и глухая. Старая, наверное. И зачем тебе нужна такая старуха? Праздничек. Объяснишь? Да правда, я ее вообще не знаю. Я случайно искал жертву и попал. Ой, это судьба. Так, слушай сюда, ты циклоп. Это мой парень, так что ротиксу прикрыла и пошла отсюда. Что? Что ты делаешь? Да так просто ищу. Где тут написано, что ты принадлежишь этой курице? Ой, вот досада. Нету. И твоего имени тоже там нет. Скоро будет. Девочки, девочки, давайте решим все мирным путем. Да, конечно. Ты, ага. Синеволосая. Ты, одноглазая. Да тебе вообще синий не идет, поняла меня? А тебе никакой крыл, все. Давайте уже что-то решать. Да что тут решать? Выбирай, кто уходит, а с кем ты останешься. Да, пусть выбирает. Что? Ну, я выбираю тебя, Вадюра. Поняла. Так, мражничек. А если еще раз подумать? И тебя. Потому что я ее боюсь. Ну, хорошо. Страх всегда переходит в любовь. Она руку убрала. Ау! Анка, знаешь что? Я из благородного рода. И хочу решить все цивилизованно. Ты согласна со мной? Ну да. Ну вот умница, курица. Правильно, правильно. Держи ее, дорогой. А то я еще птичьим гриппом заболею. Так вот, предлагаю решить судьбу. Сердце руки этого красавца? В дуэли. Ты этим детским садом не собираюсь заниматься. Короче, сделаем 3 раунда. Первый челлендж выбираю я, второй ты, а третий мой могучий бражник. Да. Эй, ты, блин, давай свой первый раунд. В моем мире мы боремся за любимого только одним способом. Это... И что это значит? Ой, для особо одаренных объясняю. Это ринг. А это снаряды. У каждого снаряд своего цвета. Давай мне оранжевым, что ли. Держи. Напротив. У кого будет больше попаданий за 1 минуту, тот победил. Итого парень. А цель? Я на это не подписывался. Бражник. Ни слова. Правда, символично. Ты как принц из сказки. Осталось только поцеловать. Ну, это потом. Очень символично. Но давайте побыстрее начнем и избавим меня от этого позора. Ты придумала. Теперь моя очередь. А может, не надо? Надо, бражник. Терпи. Сейчас, лупоглазка, я покажу, как в Париже относятся к лягушкам. Ну-ну, только не это. У каждого по помаде. Фиолетовая.
Кто больше поцелует лягушек за 30 секунд, тот и победил. А я? А ты болеешь за меня всеми силами. Хорошо. Моя очередь. Вот вам рис, гречка и макароны. Кто первый переберет, тот и выиграет. А я пока послушаю тишину и постараюсь свалить. Что, я тебе Золушка, что ли? Для тебя, милый, все что угодно. Одно только условие, мои красавицы. Вслепую. Время пошло! Поехали! Не ожидал. А что, пусть знает, как со мной связываться. Да и с тобой тоже, пусть даже близко не подходит. Бражник. Тебе понравился выпуск? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал Watch Me. Ребят, мы очень стараемся, поэтому скорее ставьте лайков. Много-много лайков. Проверь, нажат ли у тебя колокольчик. Пишите комментарии о сообществе YouTube. Ну а пока же люблю всех. Пока! Ага, и еще раз извини. Нам просто раз, когда ты себя бьешь, да? Ну и челлендж ты придумала. Теперь моя очередь. А может, не надо? Надо, пожалуйста. Надо, детка. Надо, детка. Это жизнь, бейба. Я! Ты же в балансе! Ой, варенье наелась, да? А мне иди. Наверное. Сейчас покажись. У меня помада сломалась.